WGW2480 – безрамочный офисный монитор с технологиями защиты зрения. Монитор поставляется вместе со съемной подставкой, шнуром питания, DSAP-кабелем, драйверами и документацией. По дизайну это обычный современный монитор. Корпус из черного матового пластика с тонкими рамками по трем сторонам. Подойдет для организации настольной системы из двух или трех мониторов. Положение монитора регулируется только по вертикали, от минус 5 до 20 градусов. Или можно повесить его на стену при помощи кронштейна с креплениями веса стандарта. Дисплей с диагональю 23,8 дюйма выполнен на основе IPS-матрицы с разрешением Full HD. Можно рассчитывать на естественное отображение цветов с высокой динамичной контрастностью и углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали. Покрытие цветового пространства NTSC составляет 72%. Особенность этого монитора – набор технологий защиты зрения. Это система уменьшения мерцания flicker-free, фильтр голубого излучения и система автоподстройки цветовой температуры и яркости экрана. Системным блоком устройство подключается с помощью разъемов DSAP, DisplayPort и HDMI. Каждого здесь по одной штуке. Также доступен линейный аудиовход, аудиовыход 3,5 мм для наушников и пара динамиков по 1 ватту каждый. В целом перед нами неплохой офисный монитор для многочасовых рабочих марафонов с перерывами на просмотр видеороликов. А вот для более узких задач, вроде работы с графикой или хардкорного гейминга, мы рекомендуем присмотреть монитор соответствующей направленности.